Горсправка. Имеют ли право владельцы квартир устанавливать перегородки на площадке между квартирами? Подъезд и территория подъезда, площадь подъезда является общедомовой собственностью. Соответственно, все, что касается общедомовой собственности, необходимо принимать решением общего собрания собственников дома. Поэтому для установки перегородки необходимо собрание, ну и, соответственно, решение этого собрания. Задавайте свои вопросы и смотрите ответы в программе «Горсправка» и на сайте первомедиа.ру.